Якщо ваші діти дуже активні, дуже творчі, ви думаєте, як би направити всю їхню енергію в потрібне русло, потім як зробити так, щоб з цього був результат, ця розмова зараз буде спеціально для вас. До нашої студії завітала Ольга Буравльова, медіа-тренер. Правильно сказала. І сьогодні будемо говорити про тему саме продюсування дитини. Доброго ранку. Доброе утро еще раз. Как родитель может стать продюсером своего ребенка так. или своих детей? К счастью, в современность нам эта возможность доступна каждому, и это можно сделать вполне бюджетно. Существует конкретная инструкция, которая состоит из механической и творческой работы. Начнем, наверное, с механической. Для начала... Тут еще непонятно, о каком возрасте ребенка мы говорим, но пока, наверное, не будем опираться на возраст. Для начала нужно подготовить материалы, которые вы будете рассылать в СМИ, на кастинге. Для этого нужно сделать шоу-рил. Это такое видео, примерно размером на минуту, в котором, если ребенок умеет сам рассказывать о себе, ребенок расскажет интересно о себе. Конечно, нужно подготовить сценарий, чтобы это было ярко, придумать классную локацию, классный сюжет. Или же это может быть просто нарезка, если у ребенка уже есть какие-то видео, где он раскрывался. В общем, это то видео, которое презентует ребенка, раскрывает его. Собственно, для взрослых людей такая же самая инструкция, поэтому родители могут, так даже будет лучше, одновременно и себя продвигать, и ребенка. То есть сделать шоу-рил и для себя, и для ребенка, а если еще и в паре, потому что иногда ведь в кино и в проекты требуются, допустим, мама и дочка, там, папа и сын. То есть тогда будет больше шансов. И этот шоу-рил нужно обновлять каждый год хотя бы, потому что ребенок растет, ребенок меняется, развивает какие-то таланты, и нужно постоянно это все раскрывать, поэтому должен быть шоу-рил актуальным. Нужно, конечно, сделать стандартно качественные фото. Когда мы говорим о детях, лучше раскрывать их эмоции. Ребенок интересен в своем эмоциональном проявлении. Причем это не обязательно радостные эмоции, потому что дети бывают разные, и ребенок может быть спокойный, может он любит грустить или задумчиво. Это тоже прекрасная эмоция, и на многие роли требуются разные типажи детей, и разные эмоции от них требуются. Поэтому хорошо и грусть завпечатлить, и все, что получится. И составить классную информацию о своем ребенке, досье. И все это дело механически теперь рассылаем. Рассылаем куда? В первую очередь на разные телеканалы. На каждом телеканале у нас есть люди, которые занимаются кастингами. Например, в утренних шоу это журналисты, в каких-то ток-шоу это гостевые редакторы, в реалити-шоу это кастинг-редакторы или кастинг-менеджеры, кастинг-директор это может быть. И у каждого из этих людей есть база, куда они вносят экспертов, актеров. И поэтому, когда им это все разослали, нужно периодически это повторять. Примерно каждые 2 месяца напоминать о себе. Вот. И таким образом еще будет получаться нетворкинг, потому что если вы хотите продвигаться в этом направлении, нужно, конечно, обрастать знакомыми, связями, чтобы о тебе помнили постоянно. Поэтому просто нужно быть в коннекте с этими людьми. То же самое и в кино. У нас существуют конкретные кастинг-менеджеры, кастинг-группы, их очень много, которым нужно писать и просить внести ребенка, значит, в вашу базу. Ну и, конечно же, у нас везде сейчас в доступе есть кастинги, которые вы У каждого кастинга есть свои какие-то критерии, требования, просто нужно их внимательно изучать, им соответствовать и механически готовить ребенка к пробам, возить туда. В общем, занимает это немало времени. Это мы вот говорили о механической части. Вот. А также, конечно же, есть творческая составляющая, потому что, чтобы весь этот механический процесс удался, нужно ребенка креативно подготовить. Инструкция совпадает с инструкцией и для взрослых тоже. Для начала нужно создать или не создать, как это, проявить персонажность ребенка. Кто интересен в кадре? В кадре интересны люди типажные. То есть типажность, в простом понимании, чтобы понял каждый человек, это то, что зрителю интересно. Интересно — это когда наш взгляд за что-то цепляется, когда наше внимание привлечено. То есть это не обязательно красивый человек. Это может быть человек своеобразный, с какими-то нестандартными
чертами лица. Я у вас была на прошлом эфире, я рассказывала, что для телеведущих, например, почему-то думают многие телеведущие, что чтобы стать популярной, нужно быть красивой. Но это не так. Нужно быть не красивой, а запоминающейся. Нужно быть уникальной. И то, что пытаются свою внешность подровнять под стандарты, там, увеличить губы, это очень плохо для кадра. Для кадра хорошо, когда ваша внешность, наоборот, индивидуальная, аутентичная. И, к счастью, у детей это все лучше проявляется, чем у взрослых. Какая-то необычная прическа. То есть на конкурсы красоты я видела, многие матери пытаются своих девочек накрасить, сделать их прям такими на кукол взрослых похожими. Но это не самый лучший путь. Лучше придумать своему ребенку уникальный наряд. Не самый красивый, а уникальный. Например, там ярко-оранжевая футболка с каким-то конкретным символом. И все вашего ребенка будут по этой футболке опознавать. Но на самом деле я обычно советую обратиться к специальному фэшн-стилисту, желательно, который работает на медиа. И он может помочь родителю разработать образ для ребенка. Потому что, ну, конечно, конечно, одежда – это то, что бросается в глаза, это то, почему будут ребенка опознавать, запоминать. Вот. Вопроси. Так, я просто вас заслухалася. Ні, це дуже добре. Я прямо дійсно вас заслухалася, тому що я неодноразово так зіштовхувалася з дітьми, з батьками, які починають просувати своїх дітей. І от ви сказали про те, що потрібно підготувати візитку там, де підготувати саме розповідь, але я спілкувалася з одним з кастинг-директорів, і вона каже, що навпаки, я не люблю, коли заготоване, мені потрібно, навіть не потрібні ці супер-пупер якісь локації, супер-пупер якийсь текст, це може бути звичайна нейтральна стіночка, і де дитина просто розповідає про щось своє. Тобто те, що ви кажете, вона має бути своєю унікальністю. Вона якоюсь історією, якимось спогадом зачеплює. От все ж таки, що тут робити? Ви кажете, треба заморочитися над локацією? Об'ясняю. Діти – це не взрослі. Це существа непредсказуемі і неконтролируемі. Ребенок може испугатися обстоятельств, може испугатися конкретного чоловіка. Конкретна тетя или дядя може не понравиться. І навіть ребенок-актер, ребенок, який публічний, має право на эту боязнь. Поэтому нужно это учитывать. И в комфортных условиях родители лучше всего могут раскрыть своего ребенка, подобрать жанр, то, что я говорила изначально, какому-то ребенку комфортнее может веселиться в комедии, а какому-то ребенку может комфортнее в драме, а какому-то еще в чем-то. Поэтому есть шанс, что на кастинге ребенок может не раскрыться, но это не означает, что он не справится с ролью или не подойдет. Шоурил он в любом случае должен быть. Но и, конечно же, обязательно нужно работать с ребенком, водить на творческие развивающие занятия, конечно же, работать над тем, как ребенок умеет раскрываться в кадре, обязательно. Но так все равно будет у кастинга более полное представление о ребенке. То есть они могут увидеть, что на видео он был классный, а сейчас, ну, понятно, испугался, не раскрылся. Дадут еще один шанс ребенку, если он подходит по своему образу, по своему типажу. Вот. А якщо, от першочергово, що потрібно робити? Помітити в дитини талант і потім, там, грубо кажучи, вводити на кастинги? Чи, можливо, в процесі ось цих проб так, дитина чомусь навчиться? Не знаю, з'явиться в неї якийсь там такий змагальний дух, вона захоче ставати краще? Чи все-таки першочергово має бути талант? Очень хороший вопрос. Я як мать трьох дітей, трьох дочерей, і одна з них старша 8 років, можу вам сказать точно, как обстоит ситуация, потому что у меня, можно сказать, династия телевизионщиков. Я сценарист, муж мой, один муж продюсер, другой бывший муж оператор, жена бывшего мужа режиссер, папа бывшего мужа тоже оператор. В общем, у нас семья телевизионщиков, и дочь старшая с самого детства в этом варится. Она постоянно на съемках, со мной на работе. И, конечно, мы пробовали, конечно, я давала шанс себе и своему ребенку попробовать, что такое съемки, но ей не зашло. Она себя очень некомфортно чувствует, и ей, наверное, она не до такой степени творческая. Она даже вот танцы, пение, ей вроде бы интересно, она по чуть-чуть попробовала, и дальше уже не проявляет желания. И, конечно, ее не буду заставлять, естественно. Против силы ничего не получится. У ребенка должен быть интерес. Но если родитель действительно видит, что ребенок творческий, и просто ребенок не знает, как это проявить, к счастью, у нас сейчас есть куча площадок для детей, такие
как TikTok, YouTube, Instagram. Например, моей дочери очень нравится TikTok, и ей хочется самой туда снимать видео. Конечно, сейчас это получается по-детски, но она таким образом раскрывается. И я вижу, что, возможно, пройдет какое-то время, может, пройдет 3 года или 5, и она уже будет готова все-таки входить в кадр, потому что я, конечно, как мама из медийного мира, надежд не оставляю. Вот. Но я считаю так, в современность есть просто несколько наук, которые обязан освоить каждый взрослый и каждый ребенок. Ну, такие, знаете, как финансовая грамотность. Каждый должен уметь зарабатывать деньги, и детей с детства их не учат в школах деньги зарабатывать. А хорошо бы, если бы учили, потому что нам всю жизнь придется это делать. То же самое медийное поле. Сейчас, поскольку у нас эра блогинга, эра открытости, просто невозможно сторониться этой темы. Плюс, конечно же, это способы заработка, монетизации. Поэтому хорошо, если у родителей получится органично приучать детей с детства комфортно себя чувствовать в медийном полі. Угу. Вот. От знову ж таки, є багато батьків, які не питають дитину, хоче вона, не хоче, відправляють на різноманітні конкурси краси, по кастингах водять, і ну, в дітей відверто є якийсь супротив в цьому. І інколи кажуть, що це якісь нереалізовані амбіції саме мами там, чи тата, яка хоче от саме так реалізуватись через дитину. Есть такая проблема, но это мы уже говорим не о продюсировании, а о психологии. Я, как человек, который тоже принимал кастинги, когда я была шеф-редактором разных реалити-шоу, мы искали экспертов, и очень много искали детей, конечно. И приходит множество заявок, там, допустим, на одно шоу пришло 500 заявок, их нужно все пересмотреть. И родители приводят детей. И разные я видела картины, и видела такие, когда ребенок против, а родитель... все равно настаивает, ссорится, затыкает ребенку рот. Но сказать по правде, тут, конечно, спрогнозировать сложно. С одной стороны, мы видим, что это плохо, мы понимаем сейчас, что насилие, даже психологическое, это не метод воспитания. А с другой стороны, все-таки путь в медийность – это путь к успеху. Потому что если с детства этим заниматься, и, ну, это не самые лучшие слова, но просто будем честными. Потом, когда человек вырастает, у него уже есть готовая профессия, у него уже есть имя, у него уже есть возможность заработка. И сказать, что прям не было детства, это тоже индивидуально, наверное, зависит от ребенка. Потому что... мне, например, в детстве не нравилось там бегать с палкой, ну, знаете, как это классическое детство, кидать камни в стену, ну, и с друзьями до вечера гулять. Меня больше интересовало какое-то творческое развитие, там, танцы, вокал, и тоже же дети есть разные. Вот, поэтому мне кажется, здесь нельзя спрогнозировать. Нехорошо однозначно, когда родители насильно заставляют детей, но это не... 100%, что ребенок прям вырастет несчастным. Есть шанс, что все-таки это успешное будущее. Но зачем насиловать, когда на самом деле есть сейчас гуманные способы привлекать к этому ребенка? Потому что, как я уже сказала, медийность, она вокруг, от нее скрыться невозможно. Ну, у нас даже дети мои младшие ходят в садик, нам каждый день, например, скидывают видео, как дети провели день, там все детки снимаются, они уже привыкают, что их снимают, а нам, родителям, раньше же ведь не было такой возможности. Это очень важно, увидеть, как твой ребенок проводил целый день. Вот. Поэтому, я думаю, гуманно это можна рішити. Знаєте, мені ще цікаво, в які сфери все ж таки зараз більше просувають дітей, і що зараз таке більш популярне і більш складне. Ну, наприклад, ми розуміємо про хореографічний напрямок, ми розуміємо про вокальний напрямок і про те, що діти хочуть бути там телеведучими. Ну, є навіть на деяких телеканалах, що є якісь певні рубрики у дітей, що вони там ведуть своє, умовно кажучи, шоу. Так ось, яка сфера зараз більш популярна і в якій сфері найскладніше просувати свою дитину? Найскладніше. Я би не назвала це складністю. Наверное, давайте зайдем с самой легкой сферы сначала. Поскольку доступ есть сейчас у каждого в TikTok и в YouTube, но это просто грех не воспользоваться этим. И если вы своего ребенка продюсируете, конечно, в первую очередь нужно делать самостоятельный контент, потому что именно там ребенок лучше всего и раскроется. Ну, просто выбрать площадку, не знаю, сосредоточиться на всех площадках одновременно, и на YouTube, и на Instagram, и на TikTok, это может только тот родитель, у которого уже такое стабильное финансовое состояние, когда деньги
деньги капают уже независимо от твоего присутствия там в бизнесе или на работе, а ты только занимаешься ребенком, тогда можно полноценно охватить три эти площадки. А если родитель работает, но параллельно все-таки хочет заниматься ребенком, конечно, стоит сосредоточиться на одной площадке, долбить в нее, долбить и экспериментировать. Конечно же, попробовали один жанр, попробовали другой. Я преподаю детям, в том числе, и были у меня детки в другом городе, у нас была школа и телеканал, на котором было очень много детских программ, и мы там как раз обучали деток быть ведущими. И вот что касается профессии ведущего, я не скажу, что это сложно. По-моему, даже очень просто детям это легко дается. Им нравится, потому что сам увлекательный этот процесс. Дети не любят то, что скучно. А работать ведущим — это, в принципе, весело. Тут ты посидел с микрофоном, что-то рассказал, выучил текст. Там ты подготовил сюжет, там ты съездил на съемку. В общем, наши дети кайфовали. И чтобы сделать ребенка ведущим программы, есть только такая проблема, что у нас в Киеве мало детских программ. То есть они где-то есть, но у нас детское телевидение, в принципе, не развито. Поэтому в какой-то степени можно сказать, что тяжелее всего продвинуть туда, потому что этого просто нет. Что касается рекламы, каждый день появляются какие-то объявления. Рекламы у нас очень много, рекламный бизнес развит, постоянно туда требуются дети, поэтому просто нужно сделать все, что я сказала. Что касается кино, тоже сейчас в Украине кино активно развивается, очень быстро набирает обороты, и тоже требуется очень много детей, но, понимаете, если ко взрослым можно применить такое понятие, как профессиональный актер, то к детям вряд ли. Есть, конечно, дети, которые занимаются в студиях, но есть же дети, врожденные таланты, или когда ребенок просто создан именно для этой роли, поэтому нельзя так сказать, режиссер не будет выбирать и кастинг отдел так, этот ребенок ходил в студию в театральную, этот ребенок не ходил, значит, его берем. Конечно, будут смотреть только на самого ребенка, на его типаж, как он выглядит, на его поведение, соответствует ли он ожиданиям роли. Тобто ми знову повертаємося до того, що інколи освіта, наприклад, якісь курси не є запорукою того, що, в принципі, дитина або навіть доросла людина може якось реалізуватися. Це тільки вже від внутрішнього, від потенціалу, від якихось здібностей, ну, до цього проходить. Чтобы реализоваться, тут наука одна. Нужно уметь заявлять о себе и продвигать себя. Это не только в продюсировании, в любой профессии, в любом деле. Пока вы о себе молчите, никто о вас не узнает. Пока вы о себе не скажете, ну просто все люди ждут, что о них скажут. Вот это эксперт, вот это актер классный, вот это профессионал. Но нет, нужно самим приходить и говорить, я классный актер, я классный профессионал. Так и с детьми. Мой ребенок классный актер, ребенок мой классный профессионал. Всем приходите, заявляете, ребенок на виду, и тогда у него появляются шансы. Я бы не сказала, что, опять возвращаемся к вашему основному вопросу, что в какую-то конкретную сферу сложнее продвинуться. Это все медийный мир, он взаимосвязан. У нас одни и те же люди, в принципе, одной ногой стоят в телевидении, другой стоят в кино, третий на Ютубе. И когда в этот мир вольется родитель-продюсер, то он обрастет этими знакомствами, его все будут знать, и все будет зависеть уже просто от типажа и эмоционального состояния, от умений ребенка. Вот. Но единственное, что еще стоит добавить, родитель-продюсер, он должен обладать, конечно, некоторыми знаниями, качествами и должен себя прокачивать, но это, опять же, не только для ребенка полезно, для самого родителя. Нужно быть немножко маркетологом, нужно быть немножко пиарщиком и нужно быть немножко сценаристом. И поэтому, когда есть возможность, нужно по чуть-чуть изучать эти науки. Они помогут в продвижении ребенка. Я просто останнім часом дуже багато спілкувалася з батьками, які саме займаються там просуванням дітей. Вони з показника з ними по усіх якихось шоу гасають. І найцікавіше, що це мама каже. Я каже, от я працюю дитиною. Тобто моя робота – це дитина. Тобто в неї немає більше ніяких, там, не знаю, якихось своїх справ. Чоловік працює, а вона працює з дитиною. Тобто я так розумію, що тут, якщо вже продюсувати, то продюсувати від початку до кінця, правильно? Ну, складно поєднати. Тоже интересный философский вопрос, потому что, с одной стороны, для ребенка, конечно, лучше, когда продюсер – родитель. Те родители, которые могли бы эту возможность делегировать, это не очень хорошо, потому что публичность – это очень серьезные и большие переживания, и даже и для взрослых людей, как вы знаете, это один из самых больших страхов, это страх публичности. И дети также волнуются. И, конечно, успокоить ребенка может родитель. Плюс
съемки – это очень тяжелая работа, очень выносливая. Там постоянно нужно следить, чтобы ребенок и покушал вовремя, чтобы не чувствовал себя уставшим, потому что на съемки часто приходится очень рано вставать, там в 5 утра. Или же смена очень тяжелая. Ну, реально устают взрослые люди, которые работают. Плюс в кадре, когда находишься, ты постоянно напряжен. И даже если доверить эту всю работу продюсерскому центру, вот этой психологической важной поддержки там, конечно, не будет, так как от родной мамы или от родного папы. Поэтому для ребенка лучше, когда родитель продюсер. А для родителя это, конечно, пагубно. Если родитель больше нигде не реализовывается, а только реализовывается как продюсер ребенка, неизвестно, чем это закончится. Потому что, ну, мы понимаем, ребенок может вырасти, у него могут расшириться амбиции, он там захочет с какой-то продюсерской компанией работать. А что дальше будет делать родитель? Поэтому, я считаю, тут нужно подходить стратегически. Раз вы стали продюсером своего ребенка, воспринимайте это не просто как мама-папа такси, который вывозит ребенка по кастингам и везде. Воспринимайте это для себя как возможность освоить новую профессию и заявить о себе как о профессионале. Вы будете, продюсируя своего ребенка, набирать реальный опыт продюсирования. Вы потом сможете эту услугу предлагать другим родителям. Mm-hmm. Давайте я буду продюсировать вашего ребенка. Никто вам не помешает открыть свой продюсерский центр, никто вам не помешает переключиться на взрослых. Наука продюсирования не такая сложная, как я считаю. Несложно освоить пиар, несложно освоить маркетинг. Чуть сложнее такое искусство, как сценаристика и креатив. Вот, но тоже можно. Поэтому у родителей тоже есть большие перспективы в продюсировании, если правильно изначально к этому подойти. Ну і знаєте, якось ще так назріває одразу запитання, це, можливо, вже не з продюсування, все ж таки, ми перейдемо трішки до психології. У дітей часто з'являється зіркова хвороба. От я знімаюся, отут зйомочка, ось тут мене показали. Як от батькам бути не тільки продюсером, а ще й психологом для своєї дитини, щоб не впустити цей момент, щоб не дозволити, ну, як то кажуть, дягнути корону? Такой вы интересный вопрос задаете. Я вам расскажу на примере взрослых. Я, как человек, который постоянно работает с публичными людьми, с селебрити, с музыкантами, с телеведущими, но самый интересный феномен – это когда я наблюдала, как в реалити-шоу мы набираем простых участников, простых людей, они проходят через все шоу, трансформируются, и в конце особенно победители становятся уже всенародными звездами. Это уже имя, которое гремит на всю страну, их все знают. И вот это, да, любопытно наблюдать, как… Не все ловили эту болезнь, но некоторые ловили. Что происходит? Ломают обстоятельства и время, к сожалению, такого человека, потому что с человеком, который, что говорится, зазвезделся, мало кому нравится работать. Когда человек становится внезапно популярным, это, знаете, как заработать первый миллион. Первый миллион ты можешь заработать, а ты попробуй эту планку удержи. Попробуй заработай второй миллион, третий и сделай это регулярным. Также и популярность. Ты ее попробуй удержи, потому что много кто становился популярным, этой популярности хватало на год, и все, она исчезала. А с детьми еще сложнее, потому что дети – это еще не устоявшиеся личности, и у них еще взаимоотношения с социумом, с родителями, со сверстниками, и они еще пытаются понять себя, и у них еще гормональные перепады постоянные. Поэтому, я считаю, просто нужно обращаться к психологу, и терапию с психологом нужно просто сделать вот как, знаете, как на кружок. Ходишь каждую неделю, хотя бы вот раз в неделю, и, наверное, это будет лучше всего, потому что все-таки родителя в плане психологической какой-то терапии дети не будут так воспринимать, как постороннего человека. Как родителям предвзятое отношение, с родителями можно и поманипулировать, и покапризничать, и даже если у вас близкие отношения, все равно сложно будет вывести ребенка из этого состояния. Поэтому я думаю, что просто нужно вот так подготовиться. Но не возникнет звездная болезнь сразу, это 100%, потому что там предстоит тяжелый путь по кастингам, преодоление страха, вот это вот все. Вот. А когда с ребенком выйдет уже каких-то несколько известных продуктов, тогда уже можно говорить о какой-то звездной болезни. Ну и вот тогда, наверное, стоит сразу подключать психолога, чтобы заранее.
не ждать, пока это случится. Що ж, дякуємо за те, що ти завітала до нас у студію, за ці конструктивні так відповіді і поради. Ну і після перегляду цього відео одразу хочеться попросити вас завжди бути з нами, підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут», щоб завжди бути в центрі найцікавіших подій. А ще коментувати, натискати дзвіночок, аби не пропустити нового відео. We'll be right back.